области. Сейчас речь пойдет о клинике Делека. И я врач этой клиники, врач-репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, уже с Павелом Адина Шумагами. Ну, в последнее время проблема репродуктологии у всех на слуху, поскольку эта проблема из года в год становится все актуальнее и актуальнее. В связи с чем, когда, как говорится, есть потребность, бывают и предложения. Так вот, одна из первых клиник в городе Шымкенте, насколько вам всем известно, дорогие горожане, стала предоставлять такие услуги клиника Делека. Открывалась она под эгидой, как говорится, израильских врачей. Здесь как бы была методика предложена с Израиля. Эта школа здесь крепко-накрепко закрепилась. Вот. Находясь здесь и работая, мы придерживаемся, как говорится, этого ракурса. Поэтому максимально мы оказываем услуги по репродуктологии, чтобы женщины и пары, как говорится, забеременели. То есть вы можете дать характеристику? Любому эмбриону на пятые сутки мы можем дать характеристику, какого этот эмбрион качества, стоит ли вообще его посаживать или замораживать. В общем, все решается под вот этим микроскопом. Это вспомогательные репродуктивные технологии направлены на то, чтобы у пары появился долгожданное счастье, долгожданный ребенок. Это достигается различными способами. Это может быть просто, допустим, у пары какой-то гормональный сбой. Может быть, у мужчины, может быть, у женщины. Может быть, у них у обоих такие проблемы, да? Ну, в зависимости от того, какой фактор бесплодия он устанавливается на первичном приеме. Нет, не на первичном приеме, а уже на первичном уровне амбулаторного звена, допустим, лечащим врачом-гинекологом. Или же врачом далее идет врач-эндокринолог. Если же на этих этапах проблема устранена, слава богу, если же проблема и далее не устранена, конечно же, это следующий этап, это врач-репродуктолог с ВРТ-технологиями. Когда же проблема уже более глубоко пошла, и это может быть касаться конкретно мужского фактора, или же у женщины трубно-перитониальный фактор, или эндометриоидная болезнь, как мы ее называем, да, и когда такие патологии уже несовместимы с наступлением беременности, своими силами, или, допустим, скажем так, по природному механизму, да, тогда, конечно же, на помощь уже приходят вспомогательные репродуктивные технологии. Здесь, конечно же, учитывается множество факторов. Это и гормональный, и иммунный фактор, и, допустим, инфекционного генеза. Конечно, все это устраняется, лечится, готовится. А, как правило, к нам пациенты уже почти готовые приходят, да, то есть они где только не были, чего только не делали, где только не лечились, сколько лет, и приходят вот к нам с такими проблемами. Мы помогаем им, проводим ЭКО-программы, можем проводить программы как бы и свежего переноса, и криозаморозки, допустим, да, и ФЕД-программы. То есть поэтому здесь в этой клинике все достаточно хорошо оснащено, имеется хороший криобанк. У нас есть, в нашей клинике работает менеджер, который занимается непосредственно подбором доноров, доноров ооцитов, суррогатных матерей, доноров спермы, допустим. Все, у нас большая картотека таких программ, ну, таких вот доноров. Поэтому за этими вопросами тоже можно к нам обращаться. И мы, конечно же, поможем здесь приобрести счастье. У нас есть банк эмбрионов, банк спермы, то есть у нас есть донорские, да, как бы программы. Есть желающие пациенты, которые просто хотят заморозить свои клетки. Поэтому у нас тут дюары с жидким азотом. Жидкий азот, как вы знаете, если знаете, минус 196 градусов в секундах превращает клетки в стекло. Обращайтесь в нашу клинику. У нас клиника не просто как бы заточена только на ЭКО, что тоже немаловажно. Обратите внимание, наша клиника многопрофильная. Здесь оказываются услуги
И стационар замещающей помощи, дневной стационар, а также у нас оказываются услуги круглосуточного стационара, как платных, так и по бюджету. То есть, если у женщины на каком-то этапе нужна необходимость операции, то есть, не выходя из стен нашей клиники, это все нужно оказать. Провести оперативное вмешательство, провести реабилитацию, опять-таки, в нашей же клинике, и уже спокойно готовиться на беременность. Либо самим, либо же все-таки с помощью ЭКО-программы, допустим. Также у нас хорошая имеется лаборатория, у нас отличная ЭКО-лаборатория, у нас прекрасные специалисты, у нас очень много смежных специалистов различных, это и мамолог, и у нас есть эндокринолог, кардиолог, педиатр, очень большой спектр, но так как я репродуктолог, конечно же, я больше делаю как бы нажим, упор на репродуктологию, пожалуйста. Уважаемые, у кого есть такие проблемы, пожалуйста, можете обращаться, мы вам поможем. Очень грамотно и профессионально, поскольку за плечами опыт уже достаточный. Приходите к нам, добро пожаловать.